Макс, я большое спасибо. У нас такая компания замечательная собралась. Я очень рада, что здесь присутствую. Не пожалела то, что взяла с собой ребенка. Очень благодарна Матве за такой проведенный денек, да, что у нас очень дружная команда и что весело прошло. В твоей семье любят пельмешки, да? А что ты в это время делаешь? Я делаю, маме помогаю. Я придумываю вкусные пироги. Да. Я всегда покупаю упаковками манго в магазине Игома. А скажи, пожалуйста, что ты больше всего любишь в пельмешках? Мяско, молодец, умница! Давайте суть вспомним конкурса. В чем состояла суть? Что надулся как пельмень? И что надо было сделать? Выложить фотографию, правильно? И потом уже по лайкам, да, как это принято сейчас говорить, по лайкам, по голосованию, все надо... было почитать. И вот у нас... Третье место! Нина Комар! Одна из сестер Вишенок. Итак, ей 10-килограммовый запас пельменей. Мишкинский продукт. Вместе с этим мешком. Отлично! Второе место! Михеева Полина! Итак, ей достается 20-килограммовый запас пельменей. И, наконец-таки, первое место с призом в 30 килограмм достается Чебоксарова Евгения! Она именинница сегодня, серьезно что ли? Да. Yeah. Yeah.